Кому надо изучать. Оценила в полной мере и качество ножа. Это Мылицкая Ольга. Лента, умелость своих рук. Особо способ прививки на коленях, а то и лежа на пузе. Мне понравилось слово лежа на пузе, потому что я тоже лежал на пузе. Вот, знаете, когда уже колени так болели, вот, что я ложился на живот и прививал, вытягивал ноги. Нижайший поклон, спасибо, Ольга. Смотрим сюда. Итак, она упомянула пузо. Итак, прививка стоя. Вот. Годится только качество скелета, только для испытания новых сортов. Точка. Это не идеальный способ, но по отношению на второй-третий год. Итак, прививка стоя. Прививка сидя. В основном мы прививаем сидя груши. Знаете, конечно, они не вырастают такие мощные двухметровые, как когда укореняешь на коленях. Не вырастают. Но зато они для посылок крупноваты. А так получается, за столом привил, посадил, приживаемость 98-99, даже за столом. Почему? Всю жизнь боролся за совместимость всех, кроме груш. Дикая уссурийская груша, дичайшая, еще раз говорю. Из дикого леса, тварь, из дикого леса. Абсолютно совместима с культурными. Я не виноват, я это не делал, она сама. С первой попытки, это вам не королевский абрикос, на который убил два десятка лет. Вот. И вот это значит, что я обнаглел, сижу за столом, когда Сергею помогаю. Вот, сижу за столом, чай передо мной, и вот эта вот баночка. А вы вспомните, часто вы видели в этих, в роликах, в статьях, что обязательно надо смачивать. Вот. Пойдем дальше. Третий способ. Итак, стоя, сидя и на коленях. Вот. Вот, пожалуйста. Это самый момент, когда ночью минус, днем плюс. Вот так выглядит плюс бутылки и результат на лицо. А вот это я вынужден. Знаете, я не собирался. Да, у меня, как обычно, но я отвечаю индивидуально. Я за год получаю, ну, немного, ну, полсотни вопросов. Надо ли купить или уже купил? Что теперь выбрасывать? Вы якобы против. Я опять возвращаюсь к этой теме. Почему? Вчера у нас этих, сколько там, у меня там 56, по-моему, каналов там через это, через кабельное телевидение. И один из них все нас долбит, купите то, купите то. А добрались до вот этих секаторов. Как он красиво рассказывал, как он пел эту песню, с соловьем заливался. Но ему надо продать. Ну, ясно, садовод он нулевой. Так. И знаете, что он сотворил? Вот этот маленький, он всегда был дешевенький, вы это должны тоже знать. Маленький такой рулончик этого садового вара. Ну, размером, даже тут. Ну, как батарейка, то есть большие батарейки, ну, чуть больше. Вот. И спокойно говорит, а это, оба, оно стоит 1000 рублей, а вы купите вот это вот, а мы вам его подарим. То есть 1000-рублевый, вот это маленькое. На самом-то деле ему цена копеечная, это понятно. Но главное возбудить жадность. И вы слушайте, самое главное, сейчас скажу. Держите за стулья. А теперь, как надо пользоваться. Он взял, сделал два среза, да? Знаете, что он сделал? Вот тот, который клин, он его намазал густо этой самой. Этот идиот, потому что другого слова не подберешь. Вы знаете, как соединяются ткани у человека? Палец отрезала, врач, хирург, ну, кудесник, что он делает? Он связывает, как это называется, сращивает самые тонкие сосуды, вот эти вот микроскопические, которые мы не видим под микроскопом, да? А теперь представьте себе, что он прежде чем состыковать эти пальцы, взял бы, так, и намазал бы вот это вот варом, и вот здесь то же самое. Это такое предательство. Иногда, вот смотрите, я вынужден, ну я не мог удержаться, это вчера я видел, клянусь Богом, собственными глазами. Вот, вот видите, вот казалось бы, срослось, да, что-то тут получилось. Конечно, только я вижу, что это толстый-толстый слой камбия, ой, этого, не камбия, калуса, да. Вот, калус это искусственная ткань, это как шрамы у вас на ногах срастаются, но потом мерзнут, вспоминайте, у кого они есть. Так нет, вот, так и тут. Но это ладно. Смотрите, что делается.
Вот это я уже один в одном фильме показывал, но не удержался, еще раз покажу. Здесь вот такое шоу получается. Но так как он не мог другого места найти, он взял на высоте метр и вот срастил. А вот когда вот такое сращивание, да, да еще один к одному, 100% только крона потяжелеет, он упадет, 100%. Еще отрезал ветку, и вот эти все отрезал ветки. Он полностью изувечил штамп так, что там внутри одно гнилье. А здесь, да, он пошел, вот видите, вот. Но никогда так не делайте. Это человек, который абсолютно урод, уродливое дерево. Вот наверняка вот тот такой же урод. Пройдет время, и он погибнет. Не дай бог до первого ветра. А они же не могут остановиться. Секатор ру. Смотрите. Это уже дикость какая-то. Это же самый, это тот самый этот палус, да, искусственная ткань. Ну, представляете, какая морозостойкость-то до первой зимы? Еще круче, смотрите. Так он же отвалится, его уже в живых давно нет. Просто им надо вам секатор сунуть. И вот они что натворили. Он еще взял, вот когда вот такой клин, голый, еще не состыкованный, и густо намазал этой мазью. Человек несведущий, которому надо обязательно пихнуть. Вы же купите этот самый рончик там копеечный, вы сэкономили 1000 рублей. Вот так нас покупают. Ладно. Теперь смотрите, почему я против вот этого того самого. Вот. Видите, вот этой дряни, вот этой высокой прививки. Вот я вам показываю один из своих примеров, любимых. У меня погибло дерево, называется академик. Казалось бы, вот оно погибло, вот это пень, вот пошло от земли. Прививка где-то здесь. Но обратите внимание, вы не найдете каллус, вы не найдете ее следов. Вы скажете, а может у вас вот тут была прививка? И вся она погибла? Подозрение есть? Есть. Но я продолжаю утверждать, что я прививаю у самой земли. Внимание. И еще обратите внимание на это слово. Почему на коленях, вы уже поняли, чем ниже. А химера это или нет? Смотрите. Я вас, вот мне вот такие тайны. Я говорю, вот вам повезло, что больше никто вам никогда нигде этого не расскажет и не покажет. Это вам не вот это вот 900 тысяч просмотров надерганных этих самых смертельных приемов из интернета. Смотрите, она, смотрите сюда, похоже? Вот. А теперь скажите, если это все ниже прививки? Я сам был в шоке. Почему я написал химеры слово? Сам не знаю, но прививка примерно здесь. Если даже она вот здесь, так уж передалось качество, что подвой стал каким? Ну, и как версию, не исключаю. Но такие роскошные плоды, это же есть академик. Так? Это еще не все. Вот это еще, можно сказать, даже Эльза, ты привил вот тут. Это я вас учу, потому что я хочу, чтобы волшебниками стали. А это? Неужели она еще, это еще ниже, а ниже это земля? А вот та-то, которая за ней, та еще ниже, та вообще из земли торчит. Вы думаете, на это все? Внимание, я звоню и говорю, мне нужно документальное доказательство, это, свидетельство в лице авторитетнейшего сибирского ученого. Вот он, Доскобилов Турсун, кандидат наук, заведующий лабораторией. Вот, вот оно, это дерево. Если это даже ниже прививки, это торжество вегетативной гибридизации, если это подвой, да? Плоды-то по 60 грамм. Вы представляете? Но, как бы это ни было, я сторонник самой низкой прививки. Сделай прививку вот так. Я на там, видеть ее не хочу. Вот это, естественно, они умудрились все искалечить. Вот. Когда мороз, вот тут вот, ну, полметра, метр, вот это место над землей 100% замерзнет, и дерево погибнет. Или упадет от того, потому что потеряло прочность. Знаете, у нас деревья падают еще почему? Хрупкая древесина, даже у меня. Вон сколько фильмов вы видели, ветки ломают по урожаям. Ну хорошо, хоть урожаем. Я надеюсь, мы с вами пришли к единому мнению. Так. Ой, всего час говорим. Я сегодня все расскажу, что хотел.
Вот так вот, братцы. Хотите, верьте в вегетативную гибридизацию? Ну, где моя прививка? Ну, пожалуйста. Ну, как еще ниже-то? Куда ниже? Ну, где-то ж тут-то привал. Сам себя загнал в тупик. Ну, приятный тупик. Вот. Но не удержался. Я помню, все горжусь. Когда-то покажу вам фотографии. У меня их сотни. Их надо перефотографировать снова. Они, знаете, глянцевые. Вот. Мыльницы снимал еще. Вот одна из них. Вот тут ранний Железов. Ох, изгорялся. Фу ты, Господи. Ой, вот это. Я ранний. Не смейтесь, не тыщи меня пальцем. Вот. У меня недруга много. Вырвать фразу из текста, ой, что получается, ужас. Но зато красиво. Скажите, что это? Вот. Кто-то решил, что это лучшая крона. То есть лучше, что она такая должна быть. Чушь собачья. Так. Спасибо огромное. Посылка.